Сонечка, представляешь, я 8 лет ждала, и наконец-то это произойдет. Что значит не уверена? Просто так посреди недели в ресторане зовут. Оль, да и сколько можно ждать уже? Я из букетов, который на свадьбе поймала, могу фразу «когда уже это случится» вы. Олечка, ну пусть сначала сделает, а потом уже будем свадьбу планировать. Давай. Ой, все, Мариночка собралась. Давай, как первый раз, когда у него дома фильм смотрели, делай вид, что не знаешь, что будет дальше. Привет! Ну, наконец-то. С языка снял. Официант, можно меню? Ой, а что в ресторане-то, Миша? Обычный же вечер, могли бы и дома поужинать, да? Ну, не совсем обычный. Здравствуйте. Сразу предупреждаю, у нас чаевые 10%. И вот эти вот Тамары бесподобные, да? Да, да я, в принципе, сыт. Я сюда не есть пришла. Может быть, что-то выпьете? Бокальчик шампанского. А мне водочки. Для храбрости. Марин, мы долгое время вместе. Всякое было, и мне кажется, настал момент что-то менять. Ой, 8 лет тянуло, сейчас тянет. В общем, это мое мужское решение. Нам надо расстаться. Да! Да! Я согласна! Да! Ты меня вообще слышишь? Я говорю, нам надо расстаться. А, перед свадьбой, чтобы жених не видел невесту, да? Нет. Пожить отдельно, чтобы понять вообще, нужно ли нам быть вместе. Ваше шампанское, ваша водочка. Вот это тоже тебе. В общем, нам надо расстаться. Вам повторить? Я думаю, она с первого раза поняла. Водки принеси. Понимаешь, за эти 8 лет я потерял остроту в отношениях. А я за эти 8 лет потеряла 8 лет! Вот дура, а! Я-то себе надумала, ресторан, свечи! Подожди, ты что, думала, я тебе предложение делаю? Да если бы я предложение делал, я бы... Да я даже не знаю, я не думал об этом. Не думал? То есть ты за 8 лет не думал? Вот видишь, мы не можем быть вместе, мы постоянно ругаемся! И что? Посмотри на наших родителей! Да не надо быть такими, как они! Я говорю, посмотри на наших родителей, не приехали! Поздравляем! А вы что тут делаете? Так Маринка в общем чате написала. Да нету его там. Это в каком чате? Предложение 2015. 5 лет назад ты меня в Питер пригласила, я потом с тобой неделю не разговаривала. Ну ладно, тогда ты сейчас хоть согласилась. Если честно, как-то не особо спрашивал. Ну, мужик, ну молодец, идет! А я считаю, вам надо пожить отдельно. От родителей! Ладно, пойдем обсудим, как мы им на квартиру будем скидываться. Все, не мешаем. Ну что, как ты им говорить собираешься? Не знаю, что-нибудь придумаю. А, придумай. Мариночка! Сделай лицо, как будто бы ты и не подозревала, что он тебе сейчас скажет. Отлично. Если честно, ты сейчас немножко не вовремя. Я задаток не верну. Я, наверное, тоже пойду. Ах, пока. Так? Тогда забери сережки, которые ты мне подарил. Часы свои забери. Туфли вот эти тоже забери. Что ты смотришь? Извините, а платье он вам дарил? Извините, а это случайно не вы та Золушка, которая потеряла свою туфельку? Либо ты сразу же женишься, либо сразу уйдешь нахрен. И
иду нахрен. Чё, пришел? Марин, прости, просто я думал, что принял правильное решение, но когда сказал тебе, что надо расстаться, понял, что этого делать не нужно было. Ты какого хрена? Ты сказал, что ты уходишь? Я за кольцом в машину ходил. Скотина! Выйдешь за меня? Да! Люблю тебя! И я! Иди сюда. Сам иди сюда. Лет себе держала. Под хрустальный звон бокалов.